Продолжение темы цифровизации. Цифровую коллекцию архивных документов, посвященных комсомолу, сегодня показали старшеклассникам 29-й школы Новосибирска. Там углубленно изучают гуманитарные науки, в том числе историю и обществознание. 8 тематических разделов, куда включены газетные и журнальные статьи, книги, а также видеоинтервью с нашими земляками, работавшими на всесоюзных стройках. Интересные факты о деятельности ВЛКСМ во время Гражданской и Великой Отечественной войн, периоды оттепели, застоя и перестройки. Краеведы, библиотекари и музейные работники собирали материал несколько месяцев, чтобы провести открытый урок для молодежи. В каждом времени есть какие-то выдающиеся достижения. Но повторить и копировать вот один в один – это невозможно. Сейчас уже совершенно другая жизнь, и молодежь другая. Ребята, с которыми мы сегодня общаемся, им 16 лет. Так вот, комсомольцы – это как раз вот и были с 14 там, и дальше. Да? И воспользоваться этим опытом, взять все самое лучшее и, может быть, вот, применить в современной жизни.